Здорово придумали. Вечером я представляю, как тут красиво. О, лавочки поставили. Смотрите, друзья. Написано. Зимой в Анапе. Ой, можно присесть, подышать морским воздухом. Все теплее и теплее к обеду становится. Я смотрела, это часов 9 было, плюс 12, к обеду 15. Корабль. Какой-то корабль. Наш знаменитый пирс.
Друзья мои, все мои уважаемые подписчики и все, кто заглянул на мой канал. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всех земных благ, всего самого прекрасного, здоровья, счастья, личной жизни. Во всех начинаниях, которые вы запланируете, что все с легкостью сбывалось. Всем процветания, добра, улыбок и всего-всего, что вы запланируете, чтобы сбывалось в следующем 2021 году. Моя пешая прогулка подходит к концу. Я уже нагулялась, находилась, поснимала вам немножко нашу Анапу, нашу новую елку, которая сейчас установлена у нас у центрального пляжа. Спасибо вам, что вы у меня есть. Спасибо вам всем, кто пишет комментарии, ставит лайки. Думаю, в этом году мы еще с вами увидимся. Еще что-нибудь поснимаю. И на следующий год, уже в 2021 году, буду снимать нашу Анапу и новые приключения, путешествия, которые мы запланировали. Всем пока!